Не, они не ту, что он тараит. Они не ту, что они там смотрят. У нас тоже так, да, он горел. Они просто стояли, контролировали, чтобы соседи давай не перекинулись. Со шлангами полезли. Так и искорка на крыше может долго лежать, тлеть. Никто не заметит. Нет, уши, молодцы. Вон света нету, света нету. Людей дома, наверное, нету. Нормально. Это же у них работа жуткая, да? Ой, кошмар. Ладно. Блять, искры какие. О, какая искра большая. Пойдем-ка подальше. Смотри, столб горит. Это не столб, или это дерево, я не пойму. Дерево. Дышать здесь больше нечем.